Всем привет! Меня зовут Наталья, вы на канале Рецепты Лайт. Готовим очень простой пупет-торт с насыщенным шоколадным вкусом. Приготовим бисквит. Белки отделить от желтков. Желткам добавить кефир, молоко и подсластитель. Сбить венчиком. В отдельную миску просеять муку с какао и разрыхлителем. Затем добавить желтково-молочной смеси. Белки взбить щепоткой соли до устойчивых пиков. Постепенно в три захода ввести белки в тесто. Аккуратно перемешать силиконовой лопаткой движениями снизу вверх в одном направлении. Дно разъемного кольца диаметром 16 см затянуть фольгой и смазать маслом. Бока смазывать не нужно. Вылить тесто, выпекать заранее разогретый до 180 градусов духовки 35-40 минут до сухой зубочистки. Готовый бисквит достать из духовки, перевернуть прям в форме на решетку, вверх дном, и оставить так на 20 минут. Затем извлечь из формы и полностью остудить на решетке. Приготовим крем. В глубокую миску поломать шоколад. Молоко довести до кипения. Залить им шоколад. Перемешать, чтобы шоколад растопился. Если этого не произошло, то поставить в микроволновку на пару секунд. По 1 столовой ложке добавить мягкий творог. Вводить постепенно, чтобы не было резкого перепада температур и шоколад не свернулся. Добавить творожный сыр и подсластитель. Взбить миксером на низкой скорости до объединения ингредиентов. Просеять какао и еще раз взбить. Убрать крем в холодильник. У остывшего бисквита срезать дно и верхушку. Разрезать на три коржа. Торт собирать в разъемном кольце, бока проложить отстатной лентой, выложить корж и пропитать его. Для пропитки смешать молоко с какао и подсластителем, довести до кипения и остудить. На каждый корж нанести по 170 грамм крема. Накрыть торт пищевой пленкой в контакт. Прижать немного рукой, чтобы крем равномерно распределился между слоев. Убрать торт и оставшийся крем в холодильник на ночь. Освободить торт от кольца и ацетатной ленты. Обмазать бока оставшимся кремом. Украсить торт на свое усмотрение. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк, написать комментарий и поделиться рецептом с друзьями. Всем пока!